Может. Я Камила. А я Ирина. Ну, расскажите про своего папу. Наш папа, он художник, и он хорошо рисует, нам нравится его рисунки. Такое впечатление, что хором стихи учили. Неужели такие мысли у всех у вас одинаковые про папу? Нет, просто она не знает, что сказать о папе. И повторяет за старшей сестрой? Да. Ну, расскажите о том, какие картины рисует ваш папа? Он рисует, что много деревьев. Каких деревьев? Он рисует деревья, и нам непонятно, что это за картины. Такие деревья, и там такие горы. И там дорожка. Да, такая дорожка. И немного гор. А еще что папа рисует? Папа еще рисует, что цветочек превратился тучей. Вот это да. Нет, что туча превратилась в цветочка. Розу вот это, и еще вот этот цветок розы. Ну, то есть сказки у него получаются все веселые. Плохая туча превращается в хороший цветочек. Да. Камила, расскажи, пожалуйста, что здесь нарисовано? Здесь нарисовано, что как будто здесь был песок такой, где верблюды бежат, и там такие маленькие домики. И такие высокие больше, чем домов. Вот. Параш? Да, это не да, и вода наша. Вода наша была. Картон. Картон вообще. Да, блин, картон. Познакомились в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь, 30 декабря 98 года. Вот так случаются новогодние чудеса. Дед Мороз подарил мужа. Но когда вы узнали о том, что он еще к тому же и художник? Узнала художник сразу же на второй день. Показывала свои фотографии картин, узнала сразу. Ходили на выставки, в Эрмитаж, посещали каждый день в Питере. Что вам больше всего нравится в картинах Ахмеда? Картина – глубина, смысл и чувства. И каждый человек себе видит то, что он видит. Потому что нет значения одного, чтобы ты посмотрел название картины. Каждый должен придумать свое название. Лилия, бывает ли так, что вы просите Ахмеда не отдавать картину, а навсегда оставить ее в доме, чтобы она осталась у вас, с вашими детьми? Есть, да, есть такое, потому что, мне кажется, каждая картина – это как ребенок. И мне, конечно, бы жалко было бы его продавать. Что это? Для кого-то подснежники, а для меня ирисовый лес. Это вообще лес. То есть так бывает, ирисовый лес? Да. Если ты маленький человек, дюймовочка, ты заходишь в эти рощу и видишь ирисовый лес. Я всегда рисую. Когда мне было 15 лет, 16 лет, я начинал. Мне очень нравится Сальвадор Дали, и мне очень нравится сюрреализм. Сюрреализм и абстракт, это мне больше всего нравится. Больше пейзажи. Но я тоже, мне иногда интересуюсь пейзажи, цветок рисовать. Но больше всего, если я сам выбираю, я только рисую сюрреализм. Ваши дочери признались, что ваши любимые цвета – это синий и красный, правда? Да, это правда. Почему? Почему не могу, не знаю, не скажу, не знаю почему. Но синий цвет мне очень нравится. Вот я обратил внимание, мне очень понравились ваши пустынные пейзажи с бедуинами, с верблюдами, там песочный солнечный оттенок. Да, это правда. Я очень люблю пустыню. Наверное, потому что египтяне родились здесь. Я очень люблю пустыню. Но когда я рисую пустыню и верблюды, бедуины, это тоже будет в конце концов тоже сюрреализм. Тема сюрреализма. Не реальная.